خديجة رضي الله عنها بنت خويلد. женщина Хадиджа бинт Хувейлид. امرأة من أشراف قريش. это женщина из знатных представителей курайшитов. لها نسب. она имела особое знатное происхождение. وكل من كان من أشراف قريش كان يتطلع إلى الزواج بخديجة رضي الله عنها. И все люди, знатных людей Мекки, они желали, мечтали, чтобы жениться на Хадидже. Она была известна своей нравственностью, своими хорошими качествами. Она услышала о пророке, саллаллаху алейхи ва саллям. И она предложила ему, чтобы он занимался торговлей, то есть ее имущество, которое у нее было, чтобы он занимался торговлей посредством этого имущества. وافق النبي صلى الله عليه وسلم. Пророк алейхиссалату вассалям согласился вести ее торговлю. خرج إلى الشام متاجرا بمالها. И он отправился в Шам, чтобы вести торговые дела при помощи ее средств. ورجع عليه الصلاة والسلام رابحا. И вернулся оттуда пророк алейхиссалату вассалям, получив прибыль. سألت عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وعن أموره التي كانت في سفره. Хадиджа спросила людей о том, как вел себя пророк, алейхиссалату вассалям, о его качествах, в этом, как он, который он проявил во время этого путешествия. وعرضت عليها الزواج بها. И она предложила ему жениться на ней. خطبها من وليها. Пророк, алейхиссалату вассалям, посватался к ней через ее опекуна. وكانت أول زوجة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. И она была первой женой, на которой женился посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. كان لها من العمر 40 سنة. Ей было 40 лет. وله عليه الصلاة والسلام 25 سنة. Пророк уже тогда было, саллаллаху алейхи ва саллям, 25 лет. لم يتزوج عليها النبي صلى الله عليه وسلم يتعدد. Пророк, алейхиссалату вассалям, не брал другой жены, пока он был женат на Хадидже. لأن وهي رضي الله عنها لم تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ولم تراجعه. Хадиджа, ради Аллаху Тарана, она никогда не обижала пророка, алейхиссалату вассалям, не досаждала ему. بشرها الله سبحانه وتعالى ببيت في الجنة. И пророк, алейхиссалату вассалям, обрадовал ее тем, что будет для нее дом в раю. جميع أولاد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من خديجة رضي الله عنها. Все дети пророка, алейхиссалату вассалям, рождены от Хадиджи, да будет доволен ею Аллах. إلا إبراهيم. Кроме его сына Ибрахима. فقط هو كان من ماريا. Который родился от Марии. أولاد النبي صلى الله عليه وسلم. Что касается детей пророка, алейхиссалату вассалям, Аль-Касим, то это Касим. وبه كان يكنى عليه الصلاة والسلام يقال له أبو القاسم. И именно по имени этого сына называли его Абу Касим. لكن هذه الكنية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. لا أحد يتكنى بهذه الكنية إلا النبي عليه الصلاة والسلام. Вот эта кунья Абу Касим называться так, такой куньей может только именно пророк, алейхиссалату вассалям. Это его особенность. وإبراهيم. Второй ребенок его Ибрахим. وعبدالله. Абдулла третий. ويقال عنه الطيب الطاهر. И говорят про Абдулла также его имя другое Таиб и Тахир. وفاطمة. Дальше Фатима. وزينب. Зейна. ورقية. Рукия. وأم كلثوم. أم كلثوم. نعم. هذا أولاد النبي عليه الصلاة والسلام. Вот это дети посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. جميع هؤلاء ماتوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. Все дети пророка алейхиссалату вассалям умерли при его жизни. إلا فاطمة رضي الله عنها ماتت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر والله أعلم. Кроме Фатимы, которая умерла через шесть месяцев после смерти пророка, алейхиссалату вассалям.